Это означает, обновление является конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий и изобретений. Мы живем с вами в эпоху высоких технологий. Современному человеку необходимо не просто получать информацию, а делать это быстро и максимально удобно. Запросы растут, и чтобы удовлетворить их, необходимо постоянно совершенствовать уже имеющиеся технологии. А что уж говорить про современных детей, они жаждут новых и новых открытий. Россия известна своими самородками и изобретателями. Чтобы отобрать самые интересные, самые перспективные проекты и идеи, был создан наш замечательный конкурс «Инновации для детства». Проведение данного конкурса направлено на активизацию развития отечественного производства, а также предполагает отбор наиболее технологически перспективных и коммерчески привлекательных проектов. Разработчики и изобретатели, инновационные компании со всей России съехались к нам, чтобы посоревноваться между собой, получить признание своей продукции. Конкурс, что важно отметить, проводится по заказу Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, а также при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и Ассоциации предприятий индустрии детских товаров. Конкурс вызвал настоящий ажиотаж среди участников Московского международного салона образования. Ну что, приступим к самой захватывающей части нашего конкурса – торжественной церемонии награждения. Итак, приветствуем и приглашаем на сцену Цицулину Антонину Викторовну, президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, а также Козыреву Нелли Арнольдовну, председателя комитета инновационной продукции и разработчиков Ассоциации предприятий индустрии детских товаров. Дорогие друзья, я уверена, что на 3-й, 4-й, 5-й, 6-й выставке половина этого зала будет состоять из инноваторов и разработчиков. Из тех, кто придумывает самые замечательные игры, продукцию, методические пособия, образовательные проекты, программы, кто оснащает образовательные программы и организации. Все, кто будут самыми важными, самыми нужными. Количество людей, которые захотят вас поприветствовать, тоже кратно увеличится. Я в это свято верю. Мне хочется сказать спасибо тем, кто поддержал этот конкурс. Конкурс мы выращиваем давно и заинтересованы в том, чтобы он был масштабирован. Теперь он прописался на этой площадке. Каждый год в апреле месяце мы будем подводить два этапа нашего марафона, осенний и весенний, и стараться продвинуть на рынок наших изобретателей. Конкурс поддержан фондом Сколково, и в 17 городах России в рамках стартап-тура Сколково проходит детский трек, в рамках которого отбираются детские проекты. И вы в том числе можете еще успеть принять участие в ряде его туров в Московской области, в ряде регионов. Конкурс будет продолжен, и в том числе сегодняшние победители смогут принять участие в рамках наших осенних мероприятий. И в экспоцентр, только теперь уже выставка «Мир детства», примет наших разработчиков, и мы сможем показать на B2B-выставке ваши продукты. Наша задача, чтобы вы быстрее коммерциализировались, чтобы вы быстрее выходили на рынок, чтобы вы были востребованы и реализованы. Удачи вам! Ну а теперь Нелли Арнольдовна. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые гости. Очень рада, что у нас в этом году на стенде участников было представлено очень много направлений. Каждый год появляются авторы совершенно в новых областях развития детей. То есть уже уходим от традиционного школьного образования. Очень много вещей связано с дополнительным образованием, с новыми компетенциями детей, а также с вещами, предметами, которые очень нужны для детско-родительского общения, для помощи родителям в уходе за детьми, в досуге. И я просто хочу пожелать, чтобы вы, уважаемые изобретатели, позволяли себе уходить за рамки вообще традиционных предметных областей и дерзать во все в новых областях. Вы увидели в этом году, у нас очень много робототехнических разработок,
много связано с новыми материалами, которые используются в образовании, и это отрадно. Я желаю вам новых успехов. Наш конкурс, он постоянно проводится, поэтому вы можете начинать уже после награждения задумывать новые проекты. Мы будем их продвигать на новых выставках и помогать вам в коммерциализации. Успехов вам, уважаемые изобретатели! Ну что, приступим к награждению? Итак, третье место в номинации «Инновационный проект» занимает комплект для приготовления детского питания ООО «Дива Ора Групп». Представители-победители, пожалуйста, поднимитесь на сцену для получения своей награды. Итак, второе место в номинации «Инновационный проект» занимает развивающая предметно-пространственная среда «Фиолетовый лес» ООО «Развивающие игры Воскобовича». Приглашаем на сцену. Итак, интрига. Кто же у нас занимает первое место в номинации «Инновационный проект»? А первое место занимает унифицированная робототехническая платформа ТРИК ООО «Кибертрек». Победитель, пожалуйста, поднимитесь на сцену. Так, давайте поаплодируем нашим победителям. Ведь это очень важные изобретения, которые нам очень помогут в нашей жизни и нашим будущим поколениям. Я хочу поблагодарить организаторов за то, что уделяют такое важное, особое внимание индустрии детских товаров и инновационных проектов. Я искренне верю, что за этим будущее, за нашими проектами. И очень рада, что нас поддерживают и помогают нам выходить на рынки и общаться с потребителями и развивать наши продукты. Спасибо большое организаторам. Мы делаем всеобщее дело на благо нашей страны. Спасибо. Да, безусловно. Безусловно, я хочу поблагодарить за такую поддержку. И если организаторы в дальнейшем планируют не сбавлять хода, то мы обязуемся тоже не терять марку. Поэтому спасибо. Я бы искренне хотел поблагодарить Ассоциацию индустрии детских товаров за поддержку и лично Антонину Викторовну за ту искреннюю доброту, поддержку и внимание, которое нам было оказано. Ну, а от себя хотел бы еще добавить, что вчера у меня был день рождения, и поверьте, это один из самых приятных подарков в моей жизни, который я получал. Поздравляем! Ну что, давайте еще раз поаплодируем нашим победителям. И попросим пройти вас в зал. И продолжим дальше награждение нашего замечательного конкурса. И приступаем к номинации «Инновационная продукция». Итак, третье место в номинации «Инновационная продукция» занимает электронный конструктор «Звезда». Приглашаем на сцену. А второе место в номинации «Инновационная продукция» занимает, вы не поверите, это уже будет вторая награда у них, это тренажер для глаз ООО «Дива Ора Групп». Приглашаем подняться на сцену. Ну и что, снова этот волнительный момент, тоже занял первое место. Первое место присуждено. Комплекс интерактивных развивающих игр «Безопасность. Правила дорожного движения». ООО «Интерактивные системы». Приглашаем вас на сцену. Ну, приглашаем. Может быть, какое-то ответное слово скажете? Приглашаем. Добрый день.
любом случае спасибо ассоциации, что сподвигло на подобные поступки, потому что как-то жизнь течет, и кто-то должен дергать постоянно. И я понимаю прекрасно, что будущее детей наших зависит от подобного рода продуктов, и мы будем стараться. Ну и обращаясь, может быть, ко всему профессиональному сообществу, то есть обратить внимательнее на подобного рода мероприятия и быть более активными. Я хочу сказать спасибо, поблагодарить организаторов конкурса за предоставленную возможность сказать спасибо. И приглашаю всех на наш стенд 8303 для того, чтобы мы смогли продемонстрировать вам наш продукт. Спасибо большое. Давайте встанем, покажем свои дипломы, чтобы нас сфотографировали на память. Ну что, фото для истории сделано, и просим вас пройти в зал. Так, ну, победители у нас объявлены, но не спешите расходиться. Наверное, самой дорогой и приятной наградой для изобретателей являются восторженные глаза посетителей и те, кто пользуется их продукцией. Все участники Московского международного салона образования в течение 2 дней голосовали за понравившуюся именно им продукцию и проект. Скажу по секрету, подсчеты данных голосов велись всю ночь. Так много людей проголосовало, даже невозможно представить. Итак, приз зрительских симпатий достается унифицированная робототехническая платформа ТРИК ООО «Кибертех». Ну и как мы уже знаем, с днем рождения, мечты сбываются, вы у нас победитель. Ну что, спасибо вам большое. Фотографии также для истории сделаны. Просим пройти вас в зал. Но и это еще не все. Самый главный приз, самый почетный и самый, наверное, ожидаемый – это приз Гран-при. Итак, давайте же узнаем, кого особо отметило жюри конкурса. И Гран-при у нас достается игровой комплекс развития дошкольников «Я познаю мир». Пожалуйста, пройдите. А разработчиком данной продукции является муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» номер 186 «Волгарик». Вот запомните эту минуту. Вскоре именно педагоги станут самым главным драйвером развития индустрии. Именно они понимают, знают, какая продукция нужна. Именно у них может получиться тот самый продукт, который необходим нашим детям, нашим педагогам. Поэтому дерзайте, вперед. И на следующий год ждем еще новых открытий. Спасибо большое. Это очень неожиданно, но поверьте, это очень приятно. Мы горды и спасибо за высокую оценку. Мы обязательно будем среди участников и гостей следующего форума и обязательно привезем вам все то новое, что наработано в нашем регионе, в нашем дошкольном учреждении. Спасибо еще раз. Так, ну что, итоги у нас подведены к концу. И давайте еще раз позовем на сцену наших победителей. Ведь они это заслужили, это действительно те люди, которые создают нам для нас будущее. И пока победители поднимаются на сцену, еще раз хотели бы поблагодарить за такой великий вклад и понимание всей необходимости данного конкурса Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Министерство образования и науки Российской Федерации. И отдельное спасибо, конечно, хотелось бы сказать Цицулиной Антонине Викторовне, идейному вдохновителю данного конкурса. Коллеги, я попрошу всех лауреатов подняться на сцену, потому что неважно, победили или не победили, лауреаты уже все, которые одобрены по этапу заочного этапа. Поэтому, пожалуйста, все-все-все наши инноваторы, поднимайтесь на сцену. Владимир Иванович, пойдемте. Ирина, пойдемте. Пойдемте, коллеги. Общую фотографию – это только начало. Я хочу, чтобы на следующий год вас было больше, больше и больше. А победы все еще у нас впереди. Thank you.
Спасибо всем большое. До встречи в следующем году. Мы уверены, что вы нас удивите снова.